Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Я считаю, что темно-коричневый салон в белом Prado – это идеальное сочетание. А теперь подробнее. За один рабочий день был перешит салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Сделан он из эко-кожи текстурной. Именно такую владелец посчитал для себя самый лучший, самый подходящий. С декоративной отстрочкой ромбиками в центре сидений, с дверными вставками, с центральным подлокотником. И самое главное, что мы сделали это за один рабочий день, потому что предварительно подготовились. Владелец с нами согласовал все материалы, дизайн, и мы сшили салон предварительно на 80%. Оставшиеся 20% были как раз выполнены за вот этот самый один рабочий день. Ромбики и использование такой не полностью в тон, а на полтона более светлой нитки, на мой взгляд, декорировали салон довольно интересным таким образом, и объемная отстрочка ромбиками разнообразит его. Прадиков перешито у нас огромное количество, есть отдельный плейлист, посвященный этому автомобилю. Машина, которая, на мой взгляд, требует не только перетяжки, но и доделки сразу же после приобретения в дилерском центре или с рук, потому что в этих машинах не хватает, чего только не хватает на самом деле. Вот, можно сказать, что это такая заготовка под автомобиль, поэтому сразу можно направлять свои стопы в компанию «Купи салон» для проведения соответствующих работ. И в данном случае это качественная автомобильная эко-кожа с 5-летней гарантией, очень долговечная, очень с таким грубым, мужским, мускулистым рисунком кожи, я бы так сказал. Главное, выглядит очень благородно, добротно и долговечно. Думаю, что при продаже такого автомобиля значительная доля стоимости этого салона будет компенсирована, возмещена, поскольку салон этого автомобиля будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем это происходит сейчас. Кстати, мы всем своим владельцам делаем фото-видеосессии для того, чтобы позже использовать как на своих каналах и в соцсетях, так и для, допустим, продажи автомобиля в будущем или для использования самим владельцам в своих аккаунтах на Драйве или где-то еще. Вот, это тоже важное преимущество. А в скором будущем мы сможем предложить еще более качественную фотосессию, так что обращайтесь, и в специальной фотозоне мы предложим вам интересный подход к фотографированию и видеосъемке автомобилей. Как именно, узнаете из наших будущих роликов. Я должен отметить некоторые преимущества нашей компании, которые мы, в общем-то, в каждом салоне демонстрируем. Это, во-первых, очень оснащенное производство. Мы обладаем всем набором оборудования, профессионального оборудования, топового оборудования для перетяжки салонов и любых других деталей автомобилей. В общем, по моему опыту, по моим наблюдениям, сколько я не посещал различные компании, наших партнеров, например, других тюнинговых автоателье, кто перешивкой занимается, и сколько я не смотрел, скажем, видеоролики заводских производств, вот мы прям на переднем крае находимся. У нас полностью оснащенное самое передовое швейное производство в Восточной Европе. Вот прям такую вот планку прям задрал. Недавно на Яндексе в отзывах, в справочнике компании мы добавили номенклатуру того швейного оборудования, которое мы применяем, поэтому убедиться в этом вы, в общем, легко сможете, если просто наберете в картах «Купи салон», перейдете в справочник, и там есть отдельно набор фотографий, посвященных именно оборудованию компании. Там, кстати, не вся номенклатура, но вот самое-самое основное вы сможете в этом убедиться. Во-вторых, у нас очень много лет работает уже сложившийся, устоявшийся коллектив профессионалов, которые запоминают, и вот в руках это, естественно, все держится, информация обо всем, что касается перетяжки тех или иных автомобилей. И все особенности, все нюансы, все моменты, вот весь этот опыт, он применяется, и, конечно, с каждым следующим автомобилем его становится больше, а результат еще лучше. Хотя, в общем, мы, мне кажется, в некоторой степени достигли таких определенных качественных вершин, да, вот в вопросе перетяжки салонов автомобилей. В-третьих, мы сейчас завершаем
достаточно масштабный ремонт своей компании, это серьезная инвестиция в будущее, это не только расширение наших производственных возможностей, это упорядочение работ. Мы консультировались с очень серьезными специалистами о том, как правильно организовать само производство, как правильно разместить оборудование, расположить сотрудников, свет, воздух, его подготовка, производственные процессы, операции, как происходит передача, соответственно, всех деталей от одного поста к другому посту, как правильно подвести электричество, питание, проводку, как правильно там хранить все отходы производства, да, и потом их выбрасывать. То есть проводится гигантская сейчас работа, и по итогам мы должны продемонстрировать, я уверен, что так и будет, самый высокий уровень организации производственных операций, производственных процессов в компании. Безусловно, это лишь один из этапов развития производства, но вот на этом уровне уже понятно, что компания становится действительно, ну, самой передовой, самой ведущей, не только крупной по количеству заказов, но еще и вот по организации производственного процесса. Ну и, наконец, вот творческий подход, который мы проявляем, огромная насмотренность, огромное количество выполненных проектов, которые помогают выбрать различные материалы, дизайны, способ подбора кожи. Вот во всех мелочах все это мы умеем делать. Ну и, конечно, для всех своих клиентов выполняем бесплатную фото-видеосессию для того, чтобы потом продемонстрировать, они сами же могли, или мы на своем канале, на своих площадках, результат работы, зачастую даже процесс ее исполнения. Это все, безусловно, добавляет радости от обращения в нашу компанию. Спектр же услуг наших, он сейчас весьма расширился существенным образом. Мы добавили те услуги, которых часто не хватало, и нас просили сделать компанию более, ну, такой комфортной с точки зрения, вот приехал, бросил ключи, все, готово. Дальше здесь тебе сделают все. Поэтому полный спектр услуг по детейлингу, это оклейки кузова и интерьера защитными декоративными пленками, защитные восстановительные полировки, керамическая обработка кузова и салона, выправление вмятин без окраски, PDR, локальная окраска, антихром, аквапринт, карбон, жидкий полиуретан, если кто-то знает, если не знает, переходите в плейлист антихром. Дальше у нас широкая номенклатура возможностей по дооснащению автомобилей, установке различных систем, это охранные комплексы, акустика, вентиляция, подогрев, массаж, подколенная опора, поясничная опора, подсветка салона и кузова, замена головного устройства, голосовое управление, парктроники, доводчики, пороги и масса всего другого. И там шумоизоляция, безусловно, да. Ну и, наконец, вот по перетяжке все, наверное, уже знают, что в машине нету таких элементов, которые мы не могли бы перешить, от самых небольших, вроде дефлекторов, воздуховодов, и к более таким крупным формам: перетяжка салона, перетяжка самой популярной детали руля, потолков, подлокотников, дверей, торпеда, пола, пошив ковриков, подушек, изменение анатомии руля и сидений и множество других возможностей. Так что вся эта номенклатура действительно достаточно большая, широкая. И вот если есть желание в одном месте сразу получить все по хорошей цене, с высоким уровнем качества, да, на лучшем в мире оборудовании и профессиональными руками сделанное, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, что огромное количество интересных открытие вас ждет, если вы примете решение приехать в нашу компанию. Так что обращайтесь. Ну, а я должен в конце поблагодарить всех наших уважаемых зрителей, которые следят за нами, которые подписаны. Если нет, то сделают, может быть, это прямо сейчас и поставят еще лайк. Оставят, может быть, комментарий или два. Нам будет очень приятно их прочитать. Ну, не забуду, что в описании к ролику можно найти и номер телефона для связи, и ссылку для перехода в WhatsApp с нашим менеджером, где мы проконсультируем, запишем, договоримся о встрече, ответим на вопросы касательно стоимости, ну и обсудим какие-то еще моменты. Так что не стесняйтесь, переходите, обращайтесь. Там же внизу найдете ссылки для перехода в другие социальные сети, в наши аккаунты, где мы активно присутствуем и пишем различные интересные посты, проводим конкурсы и так далее. Так что переходите, смотрите. Ну, а я всем желаю удачи, до скорой встречи, будьте здоровы и счастливы. Пока!